того, что существует три типа прогноза для землетрясений. Это долгосрочный прогноз, среднесрочный прогноз и краткосрочный прогноз. Ну, к долгосрочному прогнозу относятся прогнозы примерно на 10-15 лет. То, что касается среднесрочного прогноза, это прогнозы примерно от 1 до 5 лет. И краткосрочные прогнозы – это от нескольких дней до нескольких недель. В настоящее время наиболее хорошо практикуются, исследованы – это долгосрочные и среднесрочные прогнозы. Ну, долгосрочные прогнозы, они прежде всего, конечно, нужны для развития инфраструктур стран, государств, населенных пунктов, для того, чтобы точно знать, где и как вести застройки, градостроительство и так далее. Для этого строят карты сейсмического районирования и карты сейсмического микрорайонирования. Ну вот, то, что касается среднесрочных прогнозов, они основаны на, прежде всего, теоретических расчетах, и в том числе в этих прогнозах учитываются цикличности тех или иных процессов, в частности, цикличности землетрясений. Вот мы занимаемся, глобальная сеть прогнозирования землетрясений занимается всеми тремя видами прогнозов, но прежде всего это среднесрочный и краткосрочный прогноз. Среднесрочный прогноз дается, конечно, с учетом многих процессов. Это не только цикличности самих стихийных бедствий, но и также влияние на них цикличности других процессов, например, солнечной активности, например, таких процессов, как изменение угловой скорости вращения Земли, на них также может влиять такие процессы, как расположение планет, расположение Земли на солнечной орбите, расположение солнечной орбиты в галактической орбите и так далее. Ну, на эти же это также влияет и при долгосрочном прогнозе. А вот краткосрочный прогноз, он основывается на инструментальных данных. Для этого в глобальной сети созданы специальные аппараты. Это станции прогнозирования землетрясения Тропотена, которые регистрируют трехмерные изменения гравитационного поля и вызывающие эти изменения так называемые тектонические волны, которые излучаются гипоцентрами, то есть очагами будущих землетрясений, примерно за несколько дней до начала землетрясения. Вот эти тектонические волны, они теоретически были предсказаны до нас крупными учеными, американскими, советскими учеными. Но практически зарегистрировать эти волны напрямую не удавалось. То есть опосредственно путем регистрации каких-то отдельных составляющих и так далее. Наши станции позволили непосредственно регистрировать эти тектонические волны с помощью трехмерных вариаций гравитационного поля, которые они вызывают, определили скорость распространения этих волн, направление, и благодаря этому все эти станции, то есть они объединены в сеть, и все они в онлайн-режиме передают все записываемые данные на центральный сервер. Потом идет обработка всех этих данных и дается прогноз, краткосрочный прогноз землетрясений. Вот мы, например, в течение 10 лет дали несколько десятков прогнозов землетрясений, которые подтвердились на более чем 89%. Это очень высокий показатель, и это отдельная тема, поэтому я не хочу на этом долго останавливаться. Поэтому то, что касается прогнозов, я мог бы сказать, что вот когда мы говорим о том, что мы прогнозировали на несколько лет вперед, мы говорим на год, например, вперед, мы говорим о среднесрочном прогнозе. Вот здесь учитываются многие процессы, в том числе и различные космические и глобальные геофизические факторы.